мы ехали с Южно-Сахалинска по правой стороне в соответствии с ПДД. Я даже не понял, что произошло. Просто хлопок, и мы улетели в канал. Велосипед, конец. Что там больше лям? Это, ребят, мой шлем. Просто. Одевайте шлем. Ваньку. Вот этот вот человек. Давай, может, да. Не трогай его вообще. Просто нас снес. Ты тот дядька.